Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов. И вот, что случилось в нашем городе к этому часу. Антарктида ждет. Фрегат «Палладу» в большое трансокеанское путешествие проводил в пятницу Владивосток. Вот это вот наша главная задача. Как и 200 лет назад, опять русский флаг, русские корабли в антарктических водах. Курс на здоровье нации. Региональная программа развития здравоохранения намерена вырасти здоровое поколение приморцев. Спортивный уикенд. Во Владивостоке в выходные будут соревноваться лучники, тхэквондисты, борцы джиу-джитсу, а также шахматисты. Также в выпуске «Доигрались». Доступ к маяку «Токаревская кошка» может быть полностью закрыт в ближайшее время. Еще расскажем. Все для удобства горожан. Во Владивостоке идет разработка новой автобусной маршрутной сети. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Проект краевого бюджета на 2020 и последующие годы отправлен на рассмотрение в законодательное собрание. Работа над трехлетним бюджетом началась в профильном департаменте в мае. Окончательно он будет принят в декабре. Бюджет получился социально ориентированным и дефицитным в размере 5 миллиардов. То есть расходы превышают доход. Но дефицит в этом случае защищенный за счет остатков средств, которые будут складываться на начало 2020 года. Документ состоит из более чем 5000 листов с таблицами. Этот документ, вот, который составляет более 5000 листов, сдаем в законодательное собрание. Сейчас это будет наша совместная работа в дальнейшем, не только уже исполнительной власти, но и законодательной над этим документом. Окончательное его принятие будет в декабре месяце. Документ этот, который мы вносим, остается социально направленный. Меры социальной поддержки, которые приняты Олегом Николаевичем, которые в прошлом году, и новые меры, они все защищены этим документом. Ассигнования на них предусмотрены в полном объеме. Ассигнования на меры социальной поддержки более 20 миллиардов рублей. По доходам наш бюджет составил 124 миллиарда, по расходам 129 миллиардов. Мы приняли этот бюджет с дефицитом, но дефицит защищенный за счет остатков средств, которые будут складываться на начало года. В предстоящие выходные дни во Владивостоке пройдет ряд профилактических мероприятий от госавтоинспекции Приморского края. Для этого будет задействовано максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы, а также сотрудники аппарата управления ГИБДД Приморского края. Проводится это в целях стабилизации аварийности на территории региона. По данным госавтоинспекции, с начала года в Приморье зарегистрировано 2500 автоаварий с пострадавшими. 243 человека погибли, более 3000 получили травмы различные степени тяжести. Наибольшее число происшествий зарегистрировано в городах Владивосток, Находка и Уссурийск. Каждое девятое ДТП провоцирует нетрезвый водитель. Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Сотрудники госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения. Доступ к маяку «Токаревская кошка» может быть полностью закрыт в ближайшее время. Причиной тому стали вандалы, в очередной раз разрушившие ограду этого маяка. За прошедшие 3 года вандалы 6 раз ломали установленное вокруг маяка ограждение. Каждый раз его восстанавливали за счет Тихоокеанского флота. И как отметил представитель пресс-службы ТОВ Николай Воскресенский, ограждение будет восстановлено после того, как появится на это средство. А далее последуют радикальные меры. Командование флота убедительно просит жителей и гостей Владивостока бережно относиться к имуществу ТОВ, отдавая себе отчет в том, что это не просто маяк, а объект Минобороны Российской Федерации. В противном случае, вслед за ограничением проезда на территорию, будет принято решение о полном прекращении доступа на маяк. Во Владивостоке идет разработка новой автобусной маршрутной сети. Над ней трудятся специалисты управления транспортом, взяв за основу итоги изучения пассажиропотока и пожелания граждан. Глава города Олег Гуменюк поручил внедрить новую автобусную сеть уже предстоящей зимой, чтобы повысить во Владивостоке качество транспортного обслуживания.
В первую очередь, по мнению мэрии, необходимо сократить число дублирующих маршрутов, которые создают пробки, сделать акцент на большие автобусы. Также в городе планируется организовать несколько основных маршрутов, так называемых магистральных или сквозных, к которым будут стекаться второстепенные. Таким магистральным может, например, стать маршрут от остановки «Маяк» до поселка Трудовое. Еще во Владивостоке может появиться сразу 6 новых остановочных пунктов, там, где этого просят горожане. Вариант новой маршрутной сети уже представляли и руководителям автотранспортных предприятий Владивостока. Каждый из них может высказать свое мнение по тому или иному вопросу и внести свои предложения, которые изучат специалисты мэрии. Встреча с перевозчиками намечена на 12 ноября. Первая операция по трансплантации органов в Приморье будет сделана уже в следующем году. Одним из первых направлений должна стать пересадка почки. Медики из Москвы, представители Национального медицинско-исследовательского центра имени академика Шумакова, посетили наш регион и осмотрели краевую клиническую больницу номер один. Именно здесь планируют проводить операции подобного рода. Развитие донорства и трансплантации имеет большое значение для здравоохранения Приморья и, как утверждают специалисты, краевая медицина к этому готова. На сегодня в крае в регистре гемодиализных пациентов более 400 человек. Для трети из них возможна пересадка почки. В Приморье также проживает около 100 человек, которым ранее была проведена операция по пересадке органов, однако это было сделано за пределами края. Особое внимание подготовке кадров. Развивать это направление намерены в Тихоокеанском государственном медицинском университете. К слову, среди госпрограмм, действующих в регионах, больше всего негативных отзывов имеет именно здравоохранение. Мы выяснили, как работает в крае региональная программа развития здравоохранения на 2013-2020 годы. Ее сильной стороной является цель вырастить здоровое поколение приморцев. За последние годы обновлено оборудование, отремонтированы внутренние помещения детских поликлиник и больниц, приобретены реанимобили для службы материнства и детства, запущен детский медицинский поезд «Забота». За год более 20 тысяч детей прошли медобследование и получили консультации врачей, не выезжая за пределы своего района. Как помогают выявить недуг у детей и сохраняют здоровье с детства, расскажем в нашей традиционной рубрике «Тема недели». Региональная программа здравоохранения нацелена на помощь детям еще до рождения. Для снижения младенческой и материнской смертности в Приморском крае действует так называемая дорожная карта. Ежегодно в перинатальном центре, который является главным неонатальным научным и медицинским центром, внедряют новые технологии, открывают дополнительные отделения. Например, в этом году подключена станция мониторинга состояния пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Здесь уже родилось более 7500 детей, из них 20% недоношены. Перинатальный центр в этом году отметил 5-летие, и его вклад трудно переоценить. Это Анастасия, у нее сегодня двойная радость. Льву и Даниилу исполнился месяц, и совсем скоро малыши с мамой отправятся домой. На свет они появились раньше положенного срока, и вот братья набрали вес и принимают первые подарки. Готовятся к выписке сегодня и маленькая Вероника с мамой Натальей. Встречи особенно ждет брат малышки. Говорит, что хочет видеть, что приезжал сюда... С мужем навещали они меня. Тут расстроился, что я не вынесла показать. Говорит, ну как же так? А где же сестренка? Получать медицинскую помощь в комфортных условиях сегодня во Владивостоке скорее правило, чем исключение. Год назад филиал детской поликлиники номер 4 на Акатовой был в ужасном состоянии. Сегодня все кардинально изменилось. Ремонт хороший, свеженько, приятно ходить по такому помещению. Ну и врачи сегодня обходительные. Зашли сегодня в поликлинику и просто рады, очень рады. Все очень красиво, детям есть идея погулять немножко, телевизор посмотреть, пока доктора ждем. Ну очень красиво, очень рады, что в нашем районе наконец-то сделали нормальную, хорошую поликлинику. Теперь здесь все предельно удобно. Вход в поликлинику разделен на два потока для здоровых и больных детей. Пересекаться они не будут, а значит меньше опасности подхватить дополнительную инфекцию. Кроме того, теперь в поликлинике есть комфортная гардеробная, колясочная, а также комната для кормления малышей и своя игровая зона. Конечно же, во-первых, усталость и удовлетворение одномоментно, потому что я вижу радость людей, которые сюда приходят, я вижу радость своего персонала, я вижу довольные лица.
обновленные кабинеты. Мы даже иногда не верим, что это мы сделали, потому что где-то приблизительно 30% этих помещений находились в грубой аварийном состоянии, они не функционировали, и пришлось приложить очень много и архитектурных каких-то решений, проектировочных, и усилий для того, чтобы все это очистить, восстановить и сделать вот то, что вы сейчас видите. По решению главы региона на ремонт поликлиники из краевого бюджета выделили больше 10 миллионов рублей. На эти деньги удалось не только провести реконструкцию помещений, но и закупить новую мебель. Еще в этом году для поликлиники приобретут и новое оборудование. Средства на эти цели, почти 12 миллионов рублей, выделены из федерального бюджета. Это диагностическое оборудование для лор-отделения, лор-комбайн, полный набор для оборудования кабинета окулиста, новый стационарный аппарат УЗИ с кардиологической приставкой, эндоскоп и набор лечебного оборудования для реабилитации. В поликлинике также появилось несколько анализаторов крови и тренажеры для механотерапии. Тетя зубки, мама подумала, что портится, на самом деле это все в порядке. Семимесячный Семен – ребенок уникальный, родился сразу с двумя зубами. Верная примета, что вырастет умным, смеются стоматологи. А пока вместе с мамой Светланой Семен регулярный пациент краевой детской стоматологической поликлиники. Мне здесь нравится, и как врачи к детям относятся, и качество. Платное, как бы больше деньги платишь, а качество не очень. В краевой детской стоматологической поликлинике исполнилось 40 лет, и столько же в ней работает хирургом Надежда Швальбой. Пришла сюда в день открытия 1 июня 1979 года. Каждый день она принимает от 20 до 50 детей разного возраста с разными проблемами. Свою работу Надежда Швальбой называет творческой. Буквально каждый случай необычен и порой требует особого подхода. Иногда даже приходится собирать консилиумы. Сложные вот восьмерки нам ортодонты посылают удалять, те, которые еще не выросли, в полости рта их нету. Вот это сложное удаление. Бывают и молочные зубы, вот казалось бы, молочные зубы, но если бывают такие молочные зубы, сложное удаление, что прямо диву даешься и сам, не только что там кому-то показать, понимаете? Вот, работа разная, разная. В краевой детской стоматологической поликлинике нет прикрепленного населения. Сюда может обратиться любой житель Владивостока и Приморья от рождения и до 18 лет. Клиника государственная, поэтому ко всем врачам можно попасть бесплатно. Раньше сюда записывались традиционно в регистратуре, сегодня это сделать можно через портал госуслуги или специальный информат. А эти малыши в краевом детском онкогематологическом центре лежат месяцами. Медицинские манипуляции, которые с ними проводят, выдержит не каждый взрослый. Поэтому даже самая маленькая игрушка, подаренная после серьезного вмешательства, это большая радость для ребенка. А его счастливые глаза добавляют уверенности в счастливый исход болезни. Переносит. Тяжело, конечно. Ну, устали, месяц уже лежим. Ну, нормально, в принципе. Процедуры серьезные, пункции, перевязки, установка и промывка катетеров, вливание труднопереносимых препаратов. Иногда малышей Дарева пугает даже простой осмотр врача. Поэтому здесь ценится не только качество медпомощи, а оно здесь очень высокое, но и человеческое тепло медиков и волонтеров, которые окружают детей. Наша съемочная группа побывала в центре во время проведения акции «Коробка храбрости». Сотрудники радио ВБС подарили детям игрушки и тепло своих сердец. Чтобы детям было легче переносить тяжелые процедуры, мы уже давно-давно используем игрушки. И когда-то первый раз, когда плакал ребенок на спинномозговой пункции, ему принесли игрушку, вот, наверное, это было начало коробки храбрости. Забота о здоровье с рождения ребенка и даже раньше очень важна. Ценить свое здоровье и больше о нем знать должен и сам ребенок. Специальную программу, нацеленную на медицинское воспитание школьников, запускают в Приморье в ноябре. Блоки программы охватывают здоровое питание, уход за полостью рта, профилактику травматизма. А еще со школьной скамьи ребят будут учить распознавать первые признаки инсульта при помощи диагностики удар. Дети научатся оказывать первую помощь своим близким, больше узнают о собственном здоровье. Нужно отметить большую работу, которую в этом направлении проводит в Владивостоке фонд «Инсульту нет». Ежегодно фонд проводит развлекательное семейное мероприятие под названием «Мы выбираем жизнь». И нужно отметить большой вклад в пропаганду раннего распознавания инсульта авторитетного специалиста, широко известного в крае Дмитрия Хана. Именно он является инициатором семейных праздников, на которых люди всех поколений объединяются против болезни. Вот эти мероприятия, они совершенно прямой пропорциональной зависимости. То есть, если мы людей привлекаем и их обучаем, то, соответственно, мы увеличиваем количество людей, поступающих вовремя. Поэтому я могу сказать, что, например, по сравнению с 2016 годом, в 2016 году людей, вовремя попавших, и которым мы смогли помочь, да, и сделать лечение, их было 70 человек. Сейчас на 9 месяцев это почти 300 человек.
Диабет, инсульт и другие болезни, к сожалению, молодеют. Поэтому дети должны как можно больше знать о здоровье и не верить мифам из интернета. Инсульт не бывает у молодых. На самом деле бывает. Надо за собой следить, за здоровьем. Полностью здоровых детей в России и в Приморье становится все меньше, и это несмотря на то, что уровень и качество жизни семей растет. Поэтому сбережение детского здоровья – актуальная проблема в каждом регионе. Краевая программа развития здравоохранения, направленная на снижение заболеваемости, на восстановление здоровья детей и подростков, должна и дальше получать необходимое финансирование и кадровое обеспечение. И тогда определение «здоров с детства» будет звучать в детских поликлиниках все чаще. Катерина Матвеева, новости на восьмом. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Антарктида ждет. Фрегат «Палладу» в большое трансокеанское путешествие проводил в пятницу Владивосток. Поставщики мимимишности. Национальный парк «Земля леопарда» вновь радует удивительными кадрами. В этот раз на объектив попали еж и леопард. Спортивный уикенд. Во Владивостоке в выходные будут соревноваться лучники, тхэквондисты, борцы джиу-джитсу, а также шахматисты. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром. На даче все в порядке. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Антарктида ждет. Фрегат «Палладу» в большое трансокеанское путешествие проводил в пятницу Владивосток. Поставщики мимимишности. Национальный парк «Земля леопарда» вновь радует удивительными кадрами. В этот раз в объектив попали еж и леопард. Спортивный уикенд. Во Владивостоке в выходные будут соревноваться лучники, тхэквондисты, борцы джиу-джитсу, а также шахматисты. Фрегат «Палладу» в большое трансокеанское путешествие проводил в пятницу Владивосток. Парусник отправился в кругосветную экспедицию, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими военными моряками. Протяженность маршрута «Паллады» составит более 27 тысяч морских миль. Она совершит заходы в 9 портов иностранных государств. Планируется, что судно вернется во Владивосток летом 2020 года. О том, как провожали парусник в Южный путь, в нашем следующем сюжете. Первый день ноября из Владивостока в кругосветное плавание отправился учебный парусник «Паллада». Поход посвящен 200-летию открытия Антарктиды экспедиции под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. По плану экспедиции «Паллада» проследует через Тихий океан, обогнет мыс Горн, далее Южная Атлантика. А в феврале маршрут экспедиции максимально близко подойдет к Антарктиде. После «Паллада» обогнет Южную Африку и проследует до Владивостока, тем самым завершив кругосветное путешествие. Это год 200-летия открытия Антарктиды. Мы знаем, кто открыл Америку, хотя там претендентов на первого открывателя больше, чем достаточно. Кстати, время от времени возникают претенденты на первого открывателя Антарктиды. Чтобы лишний раз, не развивать эту тему, русские открыли и русские подтверждают это открытие. Это наша главная задача. Как и 200 лет назад, опять русский флаг, русские корабли в антарктических водах. «Паллада» была ошвартована среди боевых кораблей Тихоокеанского флота. Утром на причале прошел торжественный митинг и состоялись выступления творческих коллективов. Проводить моряков в поход пришли представители Росрыболовства, Русского географического общества, руководства Приморского края, города Владивостока, духовенства, ветераны военно-морского флота и юнармейцы. Провожали в Южный путь участников похода их родные, друзья, любимые. Вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов передал экипажу «Паллады» флаг РГО, который парусник пронесет по морям и океанам, и пожелал участникам экспедиции удачи. К слову, «Паллада» в этом году отмечает юбилей – 30 лет. Оно было построено на польских верфях в городе Гданьске в 1989 году. Самое главное, что это судно представляет именно город Владивосток. Город, который сегодня гордится своим морским настоящим и прошлым. Сегодня этот город представляет интересы на мировом пространстве. В экспедиции по следам русских военных моряков также примут участие барки «Седов» и «Крузенштерн». Они отправятся из Калининграда в первой декаде декабря. Для «Паллады» это третья кругосветка. Первый раз парусник огибал земной шар в 2007 году. И тогда он попал в книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый фрегат.
На борту «Паллады» практику пройдут более сотни курсантов «Дальрептуза», Камчатского государственного технического университета, Дальневосточного мореходного училища и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа. Также к ним присоединятся иностранные практиканты. Напомню, честь открытия шестого континента Антарктиды принадлежит русской кругосветной военно-морской экспедиции в составе двух военных шлюпов – «Восток» и «Мирный». Парусники отправились в плавание в июле 1819 года из Кронштадта, а 28 января 1820 года вошел в историю как день открытия Южного материка. Отметим, что шлюпы «Восток» и «Мирный» пробыли в плавании 750 дней и прошли более 90 тысяч километров. Все три парусника участника экспедиции «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн» встретятся на юге Атлантики. В этих широтах запланирована гонка на 200 миль, посвященная 200-летию открытия Антарктиды. Протяженность маршрута «Паллады» составит более 27 тысяч морских миль. Она совершит заходы в 9 портов иностранных государств. Планируется, что парусник вернется во Владивосток в июне 2020 года. Максим Яковлев, Андрей Толстихин. Новости на Восьмом. Впереди у приморцев три выходных дня. 4 ноября жители и гостей Владивостока приглашают отпраздновать День народного единства. Торжества стартуют в полдень на Корабельной набережной Владивостока. После митинга всех желающих приглашают на площадь борцов за власть советов, где с 13 до 18 часов будет проходить фестиваль «Мы едины». Для гостей фестиваля будут организованы обширные спортивные и творческие зоны, шатры с национальными кухнями, а также пройдет концерт с участием представителей национальности и хедлайнера мероприятия «Певицы Чили». В связи с торжествами 4 ноября на Корабельной набережной с 11 утра до 13 часов будут ограничены движение парковка транспортных средств. Речь идет об участке автодороги от дома номер 1А на Корабельной набережной до пересечения с улицей Петра Великого, 2. А в субботу на площади борцов за власть советов вновь развернется общегородская сельскохозяйственная ярмарка. Жители и гости дальневосточной столицы могут приобрести свежие фермерские фрукты и овощи урожая этого года. Торговые ряды в центре города будут работать 2 ноября с 9 до 17 часов. Традиционно на ярмарку урожай со своих участков привозят более 200 фермеров со всего Приморья. На центральной площади Владивостока в пятницу и субботу можно приобрести хлебобулочные изделия, молочную продукцию, мясо, рыбу, колбасные изделия, яйцо куриное, дикоросы, мед и многое другое. Ярмарочный сезон продлится до 16 ноября. События знаменитого мультфильма «Ежик в тумане» почти повторились в Приморье. Близ села Барабаш появился еж-шатун, который в поисках лёжки для зимовки, полусонный, заблудился и вышел на дорогу. От машины возможного нападения собак зверя спас местный житель. Мужчина принес его домой и больше суток кормил и держал у себя, не зная, что делать дальше. Затем он решил обратиться за помощью к специалистам земли леопарда и отнес его в визит-центр национального парка. Как говорят сотрудники заповедника, ежу повезло встретить доброго человека, который позаботился о нем. В другом случае все могло бы сложиться для него плачевно. Специалисты накормили заплутавшего ежа подходящим кормом. Несмотря на сонливость, зверь поел с аппетитом, накапливая силы перед длительной спячкой. Затем сытый еж был выпущен на территории национального парка вдали от населенных пунктов. Но это еще не все. Земля леопарда порадовала и яркими кадрами с участием знаменитого обитателя нацпарка по имени Лорд. Несмотря на преклонный возраст, самец продемонстрировал отменное здоровье и добродушное пятничное настроение, играя перед камерой словно домашний котенок. Полученный материал специалисты проанализировали и сделали выводы, что леопард явно не ощущает себя пенсионером. Он не выказывает страх перед соперниками и готов себя показать. На 13-м году Лорд продолжает вести полноценную жизнь, что расширяет знания об экологии этого подвида леопардов. Ребяческая игра Лорда оказалась настолько примечательной, что сотрудники земли леопарда решили представить видео с бодрым хищником на 5-м всероссийском конкурсе «Фотоловушка-2019». Вместе с другими яркими оригинальными кадрами с фотоловушек из нацпарка этот ролик с 1 ноября представлен на открытом голосовании на сайте www.konkurs-fotolovushka.rf. Предстоящие выходные во Владивостоке будут богаты на спортивные события. Своими соревнованиями отметятся приморские лучники, тхэквондисты, борцы джиу-джитсу, а также шахматисты.
Одни поборются за городские награды, другие – за путевки на всероссийские чемпионаты. Подробнее расскажет Максим Яковлев. Первенство города по стрельбе из лука пройдет во Владивостоке. Спортсмены встретятся на площадке 40-й школы по адресу Толстого, 54. В соревнованиях примут участие молодые стрелки в возрасте до 21 года. Всего ожидается порядка 30 лучников. Сначала парни и девушки будут проходить квалификацию, а уже во второй день первенства их будет ждать финальная стрельба в двух категориях – классический и блочный лук. Победители соревнований получат не только свои заслуженные награды, но и шанс попасть в сборную Владивостока. Старт первых стрельбищ будет дан 2 ноября в 10:00. Кубок Приморского края по тэквондо разыграют во Владивостоке. Статусные соревнования пройдут в Краевом доме физкультуры. Борцы сойдутся в дисциплине кируги. Это зрелищные поединки, в которых главную роль играют удары ногами и скорость реакции. В состязаниях примут участие 23 команды со всего региона. Всего около 170 участников в возрасте от 12 лет и старше. Бои будут проходить с использованием электронной системы датчиков, которую перед каждым выходом на ковер калибруют под спортсмена. Основная борьба приморских тэквондистов развернется 3 ноября с 14:00. Шахматисты Владивостока готовятся отстаивать честь на первенстве ДВФО. Уже 2 ноября в дальневосточной столице стартуют окружные соревнования по шахматам. Это будет личное первенство среди юношей и девушек по классике, рапиду и блицу. Интеллектуальные баталии будут проходить в кампусе ДВФО по 13 ноября. В них примут участие порядка 500 шахматистов из всех регионов Дальневосточного федерального округа. По результатам почти двухнедельных игр лучшие спортсмены получат путевки на всероссийские соревнования. Мастера джиу-джитсу поборются за Кубок Тихого океана. Всероссийские соревнования по этой борьбе пройдут в спорткомплексе «Восход». Ожидается участие более 20 команд со всех уголков страны. Соревнования пройдут сразу в нескольких дисциплинах джиу-джитсу. В борьбе невадза, в полноконтактных поединках, а также в демонстрации технического мастерства. Организаторы отмечают, что этот японский вид спорта никого не оставляет равнодушным. Старт первых выступлений пройдет 2 ноября в 11:00. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Доигрались. Доступ к маяку «Токаревская кошка» может быть полностью закрыт в ближайшее время. Все для удобства горожан. Во Владивостоке идет разработка новой автобусной маршрутной сети. Курс на здоровье нации. Региональная программа развития здравоохранения поможет вырастить здоровое поколение приморцев. Антарктида ждет. Фрегат «Палладу» в большое трансокеанское путешествие проводил в пятницу Владивосток. Поставщики мимимишности. Национальный парк «Земля леопарда» вновь радует удивительными кадрами. В этот раз в объектив попали еж и леопард. Спортивный уикенд. Во Владивостоке в выходные будут соревноваться лучники, тхэквондисты, борцы джиу-джитсу, а также шахматисты. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток.